Сахалы, главе вот с районным, и чтобы именно в этом плане по-братски за столом посидеть, обговорить и, как говорится, поставить точку. Послезавтра в Масанчине собираемся, тоже в 12 часов в мечети. Почему в мечети? Дунгане, ну мы все мусульмане, чтобы именно закрепить Куран, окуп, батасын беріп, чтобы действительно мындай қырсық больше болмасын. 100 с лишним, 40 лет живем мы в дружбе, мирисе. Из-за каких-то нелюдей, отморозков получилось такое, действительно это большое пятно для нас. Вот мы сейчас будем стараться все эти вопросы решить. Представьте, пожалуйста, фамилия, имя. Я уже сказал. Лоу Исхар Исхар. Времени так много. Желаю вам дружбы и счастья.